В России стартовала декларационная кампания. Если вам нужна консультация по поводу начисления и уплаты налогов, а также помощь в правильном заполнении декларации 3 НДФЛ, вам в налоговую. Федеральная налоговая служба проводит всероссийскую акцию «День открытых дверей». В этом году акцию «День открытых дверей» в налоговой службе Чувашии проведут дважды – 14 и 15 марта, а также 11 и 12 апреля. Наши специалисты налоговых органов подробно расскажут всем желающим гражданам, всем налогоплательщикам о том, кто и когда должен сдать налоговые декларации, как получить налоговые вычеты, какие документы для этого необходимо оформить. Кроме этого, жители смогут завести свой виртуальный личный кабинет. Этот электронный сервис призван упростить жизнь налогоплательщикам. Получать важную информацию о своих счетах, суммах начислений и задолженностей они теперь смогут онлайн. Заплатить налоги тоже можно будет, не выходя из дома. Также посетителям предоставят компьютер со специальной программой для заполнения декларации по форме 3 НДФЛ. И каждый желающий сам или с помощью сотрудников налоговой службы сможет заполнить ее и распечатать. Дни открытых дверей в налоговой службе Чувашии проводятся с 2012 года и уже стали популярными у жителей республики. Все больше людей, в общем-то, пользуются этими вычетами, поэтому много вопросов, наверное, бывает у них. Вот на следующий год я приду, когда мне надо будет какой-то другой документ заполнять. Для особенно людей, которые не пользуются, как бы, информации с интернета, для них на данный момент это очень необходимо, потому что они могут задать дополнительные вопросы, все разузнать, спросить, что им необходимо, и могут по 2-3 раза объяснить, я так думаю. Для удобства посетителей в дни открытых дверей, которые пройдут по пятницам, 14 и 11 апреля, инспекция будет работать с 9 до 20, а по субботам, 15 марта и 12 апреля, с 9 до 15. Оксана Замятина, Александр Петров, Республика.